Сегодня мы празднуем 85 лет со дня образования нашего учреждения Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Орска. Вообще у нас день рождения прошло уже 7 марта, но мы вот такие праздничные, массовые, большие мероприятия всегда проводим в период, когда уже тепло. Здесь у нас представлена выставка, у нас представлена фотовыставка. Состоится награждение сотрудников, праздничный концерт, и потом будет еще небольшой сюрпризный момент выступления кавер-группы. Конечно, у нас в концертной программе задействовано более 200 воспитанников наших обучающихся и более 70 человек, сотрудников, которые тоже будут демонстрировать свое творчество. Такой у нас совместный тандем.